Ну, значит, это я тюрежев Станислав. Сделаю сегодня пост о том, что аудиалка есть. А, значит, после поста можете посмотреть. У меня сзади там люстра заработала. Я специально ничего не делал. Вот она как у меня потухла. Там где-то в начале лета, в конце весны, да, то есть она там где-то зимой мигала-мигала от их аппаратуры. Сегодня она заработала. Ничего не менял, ни лампочки, ничего, щелкнул, загорелось. Чуть-чуть пошевелил, стало светить, хотя бы одна лампа. То есть аппаратуру какую-то отключили. Но, значит, сделал пост о том, что прокурор Ершов в Туринске клятвоотступник. И пора ему, в общем, как клятвоотступник, в общем-то, можно посмотреть. Плюс в комментах там обсудили кое-что там с ребятами, да. Значит, что сейчас происходит? Вот у меня пот. То есть меня сейчас нагревают, я весь такой розовый, румяный. Это не от того, что у меня там какое-то кровообращение или что, это вот просто на меня сейчас настолько сильно вот это воздействие идет сверху. За стеной катают что-то тяжелое, там вот прям чувствуется, что-то катается, блядь. Сверху это там топнул, гакнул, блядь. Начинается вот это вот, от клещенок вообще в открытую там летит вот сейчас эта голосовая херь, какое-то бабье. А, значит, они то ли микрофон не выключили, то ничего, то ли что. А, или, может, и разыгрывают, имитируют там что-то. В общем, было такое чувство, что такой голос, который говорил, женский, который обращался к Коле, я так понимаю, белоусый, поскольку я тут в комментах ее немножко обсудил, эту тварь из мировых судей, да, которая тут устраивала мне эти штуки вместе с дознавателем Кобяшевым, там, Кобяшевой на площади. Ну ничего. Значит, что хочу сказать еще раз, коротко. Значит, после постов сейчас собираются люди. Возможно, они меня запугивают, не знаю. Но то, что включили аппаратуру, я вот сейчас потею, сижу, это 100%. Значит, если вы посмотрите, вот так я закрою. То есть видно, что у меня розовым становится... Это все розовое. Кожа как бы сухая, вот и чувствую ты вот, как ешь сухую кожу. И в то же время пот. То есть я начинаю потеть. Вчера такого эффекта у меня еще не было. Вот, собственно, об этом я и хочу сделать запись. То есть сейчас в квартире 47 депутат Шеклещенок и в квартире номер 33 прокуратуры Свердловской области находятся люди. Включили они аппаратуру этого воздействия. То есть раз я аудиалку эту записал, это уже улика, это серьезно. Значит, их тихой жизни приходит конец. Начиная с Селезневой и заканчивая там Думой местной Единой России, Первая школа, секта, РОВД. Все это постепенно будет накрывать вместе с прокурором Ершовым большим-большим медным тазом. Вот. Вот такая ситуация. Ставлю в известность, но мало ли что может случиться, потому что это же... Так, напомню, что у Белоусова за 2018 год 2 900 000 годовой доход. Есть что терять людям, понимаете? У всех у них земля, квартира, машины. Землю скупают люди, что в Думе, что в администрации. А как вы живете, уважаемые туринцы, своей минимальной зарплатой? Много земли скупили? Вот и я о том же.